Здравствуйте, дорогие зрители! Это Вектор ТВ. Это видео с нашей Викой. Мы пока что у нее в карте. Мы раньше с ней играли в эту карту. Мы просто хотели воевать с замком. Но получилось, что кто-то кого-то невидимо убивал. Да, постоянно у нас вот здесь у него такой крутой замок, и его кто-то подорвал. Мы да. говорим правду, это не шутки. Мы замок тоже подорвали. Пойдемте со мной, я вам его покажу. Такой замок я никогда бы сама не подорвала бы. Он ведь такой крутой, насыщенный для меня как бы. Ну лучше обойти просто. Иди сюда, у меня дверь открыта. Ну и что? Да, ну лучше к тебе прийти. А то крипы заметят. Витёк, сейчас пойдем, я буду одеваться. Угу. О, у меня же есть подкоп. И в этой карте мы уже, как вы понимаете, играли. Да, и вот я вам покажу дырку. Мне здесь все пришло заделывать землей. И вот я даже на всякий крайний случай сделала голема. Ну да, да, если на нас он опять нападет. Вот у меня такой голем, я его зову Степой. А помнишь, кстати, нашего Колю? Да. Еще у меня есть один друг. Это типа мой братик. Этого я зову Сеней. А я кушать хочу, я съем тортик. Я уже поел торт. Я тоже хочу. Мне не хочется. Тогда может все это... Что такое? Кто-то меня открывает. Это я нечаянно убила Стёпыча. Пойдемте, я вам покажу мой еще кое-что, что мне тоже какой-то таинственный враг сделал. Стой. Вот. Пройдите, пожалуйста, за мной. Пройти за тобой, а ты где? Я вот здесь. Я вот на крыше. Иди за мной. Вот, дорогие телезрители, что случилось? Вот, как я говорила, здесь заделала землей. И вот, пошлите, прилезем наверх, на мою крышу. Хорошо, что там никаких помех. Да, но это еще пока что никаких помех. Да, может, мы специально выбрали эту карту для того, чтобы посмотреть, вдруг во время видоса на нас нападут зомби. Эта карта очень таинственная. Может, это будет просто экскурсия по карте. Ну, а может, это и будет у нас и путешествие по карте. Смотря как получится. Еще я на всякий случай просто установила. Где? Надо посмотреть. Где за мной? Как вы понимаете, что она будет показывать? Все, я за ней всегда должен ходить. Вот, прыгни сюда. Где вон, там я на всякий случай установила на безопасность. Яблочки, железо, алмаз и броню. На всякий случай броню. Так, вот только у меня одна проблема. Оп. Что, она открылась здесь? Нет. Давайте я попробую посадить на землю. Ну, сейчас я хочу вам показать, как я на самом деле выгляжу. Вот. Вот, все. Я выгляжу вот так вот. Я такой клевый скинчик. Ну, это простой оригинальный скин. Сейчас я вам покажу, как я буду играть сзади. Ну, может, некоторым это удобно. Ну, мне чуть-чуть только удобно, не совсем уж это. Ну, как отсюда выбраться, Вика? Я тебе ничего не делаю, ха-ха-ха. Ладно, выходи. Вектор. Сейчас мы выйдем из этой комнаты благодаря третьему лицу. Вот, держи тебе шлем, я убила зомби, от него выпал шлем. Какой? Зачарованный. Витя, пошли. Подожди. Вот так. Я иногда, когда наступает ночь, я всегда сижу своим големом, так как мне с ним уютнее и безопасно.
Ну да, ты с ним вообще никогда, потому что не сидела. Ну вообще да, такое бывает у меня. Ты потому что вообще его только недавно создала. Ну, сейчас скоро наше видео закончится. Потому что как бы у меня в жизни кое-какие помехи. Возьми водичку, если хочешь пить. Какая же вкусная вода. Какой же я проказник, я все торты жрала. Я нечаянно кое-что натворил. Что тут? Где ты продал? Я нечаянно туда факел поставил. Молодец. Теперь где мы будем водичку брать? Помню. Что? Я готова. Ага, сейчас. Друзья, наше видео заканчивается. Выйдет скоро продолжение. Да. Ну, пока что конец. До свидания, дорогие зрители. Это был канал Вектор ТВ.